Всем привет, с вами неповторимый обзорщик Android и Androidage. Сегодня хотел поговорить об аркаде, который называется Планета Ням-Ням. Вы будете играть вот за этого чувачака с противогазом или с чем, и на различных планетах будете убивать различную живность летающую. Ну, они больше похожи на различных попугаев. Будете использовать различные виды оружия. Вот, игра на английском языке, достаточно красиво все в ней сделано. Так, нам сейчас нужно... Так, вот у нас различные виды оружия, которые мы будем использовать, так сказать, в бою. Два вида оружия. Так, у нас враги будут нападать волнами. Вот первая волна, вот этот вот жучок нам об этом возвещает. Первая волна, и мы так вот тапаем и стреляем вот этих птиц летающих. А также они могут на нас, так сказать, выпускать яйца, да, вниз и наносить нам определенный дэмэдж. У нас есть определенное количество жизни, кристаллики. Вот, такая прикольная игра, очень напоминает, если кто играл на Денди, надо было в птиц стрелять, ну, только из пистолета, тоже очень в этом смысле похожая игра. У нас также есть вот такое оружие, это, наверное, типа винчестер, как я понимаю. Вот, и как видите, они кидают различные яйца на землю, и надо сделать все, чтобы яйца эти не упали. Простая игра, думать не надо, просто тапайте на экран и наслаждайтесь самой игрой. Ничего такого плохого сказать не могу. По графике поставлю 4. Вот. По музыке тоже 4. По управлению 5, потому что все очень удобно и интересно. И финальная оценка — это интересность данной игры. Ну, я поставил бы 3, ну, чисто по своим каким-то внутренним интересам, каким-то моим вкусам, потому что вечно нажимать так пальцы... Ну, маленько скучно будет через какое-то время. Хотя кто-то может такие игры и нравится. А с вами был великий ужасный Android Androidage. Не забывай ставить палец вверх и подписываться на мой канал и вступать в группу ВКонтакте. Всем пока, бай-бай.